Добрый день. Если вы искали лечение мастопатии, вам это удалось. Мастопатия – это нарушение обмена гормонов в вашем организме, которые приводят к специфическим изменениям в молочных железах и резко повышают риск рака молочных желез. Чтобы не идти по этому пути, нужно обратиться к истокам. Нужно как-то повлиять на обмен гормонов. А на обмен гормонов мы можем повлиять двояко. Мы можем внести какие-то гормональные препараты и насиловать ваш организм. А так как видов гормональных нарушений при мастопатии 50, то и препаратов должно быть не менее 50. Вот. И еще нужно определить, какое именно нарушение обмена веществ в вашем организме при мастопатии присутствует. То есть эта ситуация бесперспективная. Выход простой, нужно изменить все-таки обмен веществ. То есть нужно изменить образ жизни, изменить характер питания, изменить режим, рацион питания. Вот. И тогда гормоны успокоятся, потому что их задача что? Из того, что вы ввели в свой организм, переработать их в нужные компоненты, доставить до клеток, чтобы они работали эффективно. Вот если у вас это получается, то мастопатия вам неизвестна. Если у вас это не получается, то мастопатия, как правило, у вас присутствует. Какие особенности обмена веществ, какие особенности образа жизни у вас присутствуют? Первое, вы не водохлеб. Норма по употреблению воды 5% от массы тела. Или на каждые 20 кг веса 1 литр жидкости в сутки. Если вы это делаете регулярно, ежедневно, мастопатию, такой диагноз вы не знаете. Если вы употребляете меньшее количество жидкости, или эпизодически вспыхиваете, употребляете ведрами воду, а потом опять находитесь на хроническом водном голодании, в этом организме мастопатия всегда будет присутствовать. Вторая особенность образа жизни – это неправильное питание. Как правило, легкий завтрак и более тяжелый, нагруженный белковой пищей ужин приводит к тому, что как минимум развивается мастопатия. Как максимум страдает еще матка, там еще могут быть фибромиомы, как максимум страдает патология сустава, появляется узловой токсический зоб, то есть страдает щитовидка, и другие органы тоже могут страдать. Вот. Что еще может проявляться в этом же организме? Так как мозг – это самый мощный потребитель питательных веществ, и он же анализатор качественного состава пищи, то если он все не получает, появляется, женщина становится эмоционально лабильной. И неважно, выплескивает она эмоции на улицу, либо давит она их внутри, это оба процесса, это нарушение обмена гормонов, а гормоны опять-таки регулируют обмен веществ, изменяется работа основных органов печени и почек, основных фильтров организма, и они не могут выделять все полноценные токсины, которые в этом организме образуются. Где-то они будут накапливаться. Ну, есть дублирующая система, которая пытается помочь вашим почкам выводить белковые токсины. Это потовые железы. Но если вы регулярно используете антиперспиранты, вы блокируете и эту возможность для своего организма удалять белковые токсины. Где они могут накапливаться? Естественно, в молочных железах. Есть простое решение, многие говорят, советуют женщинам, ну есть мастопатия, забеременеешь, покормишь грудью и избавишься от мастопатии. Вопрос, куда делись та грязь, которую вы накапливали много лет в молочных железах, вы ее добросовестно передали своему ребенку по наследству. Вы думаете, ему от этого будет хорошо, вы потом будете его лечить не от мастопатии, но от других проблем. Зачем вам это все нужно? Я предлагаю иной путь решения проблемы, вывести, почистить ваш организм, очистить его, освободить от тех обменных шлаков, которые вы много лет накапливали. Ну, у нас самый мощный фильтр, более мощный, чем почки, это печень. Я более 25 лет этой проблемой занимаюсь. И печень, кроме того, что она очищает кровь, она же регулирует и обмен гормонов. Вот те все 50 видов гормональных нарушений связаны с тем, что печень не может из того скудного рациона питания или несбалансированного рациона питания сделать все необходимое для вашего организма. И ответ организма, опять-таки, изменение гормонального фона. Ну, что делать с печенью, я знаю. Из более чем 40 опубликованных книг, одна из них, вот такая вот, с таким интересным названием. Что делать, если у вас есть печень? Ну, печень книга доступна в пределах СНГ совершенно спокойно. Ну, самая дешевая цена 70 гривен на Украине. По СНГ примерно 25 долларов. Это с учетом пересылки. Если хотите, можно приобрести. Вот. Что такое женская печень? Она по мощности обмена веществ от 2 до 50 раз отстает от мужской. Индикаторы этого процесса: угревая сыпь, венозная сеточка, варикозное расширение вен, ожирение, модный диагноз, который присутствует, правда, только в пределах СНГ, вегетососудистая дистония, как правило, по гипотоническому типу. То есть 90 на 60, 100 на 70 – это проблема печени. И низкое давление для выведения белковых токсинов через почки, соответственно, где же им накапливаться, как не в вашем организме. Можно накопить, правда, не только в молочных железах, можно в суставах накопить, и в других органах тоже легко можно накопить.
Вот. Как восстановить работу печени? Ну, в принципе, я знаю. Кроме режима рациона питания, ну, можно ускорить процесс различными фитопрепаратами. Ну, я фитотерапевт в 7-м поколении, уже не первый год занимаюсь лечением печени. Кстати, пока мы были в Советском Союзе вместе, у меня было первое в Советском Союзе отделение фитотерапии. И я многое испытал, многое проверил. Ну, знаете, за 25 лет врачебной практики чего только не испытаешь. Ну и есть у меня два решения проблемы. Формула 1, формула номер 3. Формула 1, она показана тем, у кого нарушена печень и есть какой-то известный вам гастроэнтерологический диагноз. То есть вы знаете, что такое гастрит, холецистит, гастрододенит, язвенная болезнь, эрозивный гастрододенит, хронический панкреатит, энтерит, колит, энтероколит. То есть без разницы, какой ИТ вы знаете, если это есть, ваша пищеварительная система работает неэффективно и нужна помощь одновременно решить проблему пищеварительной системы и печени. Формула 1 позволяет это сделать. Если вы все вышеперечисленные диагнозы не знаете, формула номер 3 позволяет восстановить печень, если пищеварительная система работает оптимально. 4-6 месяцев регулярного приема приводит к тому, что печень вычищает все-таки этот организм, выводит белковые токсины, помогает, разгружает от этого почки, восстанавливается эндокринная система и мастопатия куда-то девается. Конечно, тут не обойдется и без мужского участия. Вы знаете, мужчины очень хорошие помощники в этом процессе, в лечении мастопатии, но в зависимости от того, на какой стадии мужчина находится. После полового созревания, как правило, это супер мачо. Если приобрел хронический простатит, уже становится просто мачо, и тенденция идет уже давно не мачо. Так вот, пока мужчина еще мужчина, его нужно использовать, потому что он помогает вам регулировать гормональный фон. Особенно это показано, если вы знакомы не только с мастопатией, с таким диагнозом, как эндометриоз. Потому что это более грубое нарушение обмена гормонов, которое, ну, приводит к более сложным течению обмена веществ в вашем организме. Поэтому, если вы хотите действительно помочь своему организму избавиться от такого неприятного диагноза, как мастопатия, обращайтесь. Лечение по методу доктора Скачко помогает избавить вас и от этой проблемы, и от многих других проблем, гармонизировав обмен веществ в вашем организме. Контакты перед вами на экране, вы всегда можете обратиться.